Вот я замечаю, что после долгого праздничного богослужения, особенно после ночного пасхального богослужения, даже холодные каменные ступеньки превращаются в мягкий пуфик. А вот у католиков или у протестантов такого не происходит. С духовной точки зрения это потому, что действует в православном храме божественная благодать. Ну а с материальной точки зрения, это потому, что у католиков и у протестантов всем пуфик. А у православных пуфик только архиерею, а все стоят и пофиг. Ну а я пуфикистка, пуфик найду даже в православном храме, даже на Пасху. Похожу вокруг бабушек на скамеечках, а они возьмут и подвинутся, меня к себе пустят. Поэтому я выхожу из храма бодрая и отдохнувшая, и счастливая. С духовной точки зрения, это действие божественной благодати. А вот с материальной точки зрения, в церкви, как и в биологии, действует принцип «выживает самый приспособленный». Эволюция пофиг,